Алло. Леонид, да. Я вот что тебе хотел сказать. Ты, Аркадий, перезвоню. Аркаш, ты чего? Какой идиот накормил тебя ангольским перцем. Ну вот он, морской бриз с ореховым деревом. Леня, знаешь, как я называю людей, которые кормят клиентов рыбьим кормом? Вредитель! А кто это там тебе названивает постоянно? Да это реклама. Массаж простаты предлагают. Аркадий отравил. Виктор Петрович, это не Леня. Кто убил Аркадия? Я. Я позавчера решила его покормить, а потом вспомнила про рулетики. Спартак как раз готовил косулю и... Почему никто не удосужился скрыть следы своего идиотизма и оставил перец около аквариума? Я удосужилась, я поменяла баночки. О, шеф, я тоже поменял баночки. О, спорящий идиота, идиота!